Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре маховое удилище Сабанеев Мастер. Значит, серия состоит из следующих длин: 4 метра, 5 метров, 6 метров, 7 метров и 8 метров. Последний год восьмерок я уже заказывать, скорее всего, не буду. Вот, потому что, в принципе, они не выдерживают конкуренции по весу с другими моделями. Я сейчас работаю над новой серией маховых удилищ. Бог даст, все сложится. И мы их привезем, мы ее привезем. А дальше уже рынок рассудит, мастерам ли оставаться, либо оставаться будет новой серии удилищ вместо нее. Но, тем не менее, мастер пользуется спросом. Удилища хорошие. Удилища, самое главное, их плюс – это надежность. Удилища действительно универсальные. Уголь 30 тонн здесь. Все колена с усилением. То есть на них можно ловить даже карпа и крупного карася. Строй среднебыстрый. Он позволяет ловить на течении и на стоячем водоеме. Комплектуется удилище полом, хлыстом, но докупить можно и спортивный привитой хлыст, кто хочет. Значит, дальше по поводу пробки. Ну, здесь резиновая заглушка, здесь с такой деревянной крышечкой. Это, в принципе, old school, так называемая пробка старой школы. Но люди ее как-то приняли, и поэтому я в этой серии не хочу ее менять, ничего с ней делать не буду. Вот она пока так есть, так она и есть. Соответственно, здесь комлевая пробка с дырочкой, с резиновой вставкой, с дыркой для воды, чтобы просушивались колена, чтобы вода стекала при сборе. Вот в общих чертах все, вкратце, да. Давайте сейчас нагрузим их и посмотрим строй. Так, ну давайте понагружаем. Это 4 метра у меня в руках. Ну, вот смотрите, строй. Вот на фоне даже белого цвета двери, да? Белые двери. Ну вот средний быстрый строй. То есть удочка, я сейчас держу ее очень сильно, тащу вверх. То есть фактически это, ну не знаю, там килограмм прикормки я спокойно сейчас поднимаю. С пола на такой, да, дистанции. Дальше берем пятерочку. Ну, вот видите, то же самое, да, один и тот же строй всей серии. Тоже мощные палочки, универсальные, но при этом достаточно тонкие. Вот посмотрите, толщина бланка совсем небольшая. То есть подойдут они и под карпа небольшого рыбхозного, но опять же, естественно, с подсачником и с учетом умения и головы рыболова, как говорят. Так, ну и шестерка у нас в руках. Ну вот я очень сильно сейчас тащу вверх. Угу. Вот такая вот парабола. Так что вот удилище, повторюсь еще раз, универсальное. Можно смело брать и женщинам, и детям. Но для женщин и детей я бы советовал все-таки до семерки. 7,8. Семерка под вопросом, а 8 все-таки она тяжеловато. И ее, наверное, стоит брать только тем, кто, может быть, на живца хочет половить, либо поставить на стойки, то есть ловить со стоек. А вот 4-5 – это самое популярное удилище. Шестерка на карася, на крупного карася, там, в стоячем водоеме, в условиях ила и так далее, ряски, точнее, не ила. Да, ну, прекрасная палочка. То есть за эти деньги очень, очень неплохое удилище.
Ну вот, господа, мы понагружали бланки, посмотрели строй, вы убедились, что это средний быстрый строй, что удилище действительно мощные, с которой можно ходить на карпа, но с головой, естественно. То есть, если рыболов опытный, если рыболов понимает, что он делает, он не заломает эту удочку. А если он не понимает, он ее может заломать и на 200-граммовом карасе. Поэтому ловим с головой и пользуемся подсачником. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети, на странички магазина в социальных сетях, Telegram, ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube канал. Для нас это большой плюс, для нас это лишний стимул работать, а для вас это бесплатные запасные части, которые вы можете получить в период проведения акции, и хорошие скидки. Всего доброго и до новых встреч!